Решил сегодня пойти за грибами. Второй раз за все лето. В лесу грибов косой коси, а я вообще за ними не хожу. А все почему решил пойти? Прогуливаюсь я вот по этой дороге. Вот на седой. Вот за теми кленами находится моя стройка. Выхожу я, значит, вон оттуда. Иду сюда. И я боковым зрением под осиной вижу вот таких вот красавцев. Вот один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Там он еще сидят. Седьмой. Это значит, челюсть у меня отвисла. Но я уже решаю, что нужно идти за грибами, раз так прут. Возвращаюсь обратно. И передо мной идет бабулька. Вот с этого дома. Что, не видно, да? Правильно. Кусты терна заграждают. Вон дом стоит. С полной корзиной грибов. Я подхожу к ней и типа: здравствуйте, грибы там посмотреть. Она мне отвечает: да вот печь затопила, так пока топится, пробежалась вон там вдоль опушки леса. Корзинка грибов, а за грибами не хожу. Хочется как можно быстрее дом достроить. А тут если пойдешь, то это больше половины дня займет. 40 минут в одну сторону идти, 40 минут в обратную. И по лесу часа 3-4. Сейчас мы направляемся вон туда, куда линия электропередач направлена. Затем лесом еще одно поле. А в раза 3-4 больше, чем это. Решил идти не по полю, а вдоль леса пройтись. Вон поле. И вот на тебе подосиновики. Вышел из леса. Вот перешел на следующее поле, которое называется Волчьим почему-то. Сколько не спрашивал местных жителей, разводят руками. Не знаю. Цель, куда идти, это вот в тот конец поля. Там дубовая роща. Обычно много грибов. А еще думаю пройтись по левой стороне поля. Сейчас сюда вот зайду. Здесь два дуба больших растут. И пойду. По ходу дела будет видно. Если грибы будут, буду идти дальше по лесу. Если не будут, выйду на поле и пойду в тот конец. А так, вот сколько уже прошел. Ну что, здесь пару лисичек. Один белый там есть. Какой там красавец спрятался. Чувствую, я не дойду до дубовой рощи. Вон оттуда я вышел. Прошел вот этот круг там. Сюда иду сейчас. Грибы есть. Бабки белые. Вот еще один. И вон кто-то немного его сбил. О, чувствуется внутри пустоватый. А вот еще. Какая красота. А вон там он сидит какой.
А он? Сбор грибов еще называют тихая охота. У меня уже полное ведерце, а здесь их пипец сколько. Вон еще сидят. Ну не знаю, у меня еще есть с собой пакет. Но в пакет грибы собирать. Ну, может, несколько больших каких положу. Или наоборот, маленьких, которые потверже будут. Грибы все не прекращаются. Уже вон 1/3 пакета. Портить грибы мне не хочется, ложить в пакет много. Сейчас еще вот эти вот соберу. Вон один. Еще вот один виднеется. Вон еще. Вот сидит. Дойду до дубовой рощи, посмотрю, как там обстоят дела с грибами. Чтобы в следующий раз идти туда не идти, уже почти дошел. Вот видно. Надо рукой подать. А вот здесь интересно, вдоль поля. Такие ямы есть нарытые. Видимо, кабаны принимают грязевые ванны. Глинистая почва. И вот, видимо, сюда они выбегают. Замузгано все. Копытки. Вот еще следы. Кто же сейчас же будет? Дошел до этого места. Вот. Здесь грабы растут. Дубы. Как раз вот под дубиком маленьким сейчас я нахожусь. Оставлю свои вещи здесь. Ну, сам пройдусь. Посмотрю, или есть здесь грибы. Есть вариант, конечно, что через поле колея колесами машин выезжена. Ну так, не сильно разъезжая, но все же видно, что ездят. Могли как раз сюда ездить кто-то. Тут маленький мухоморик. Пока больше ничего не видно. Но с другой стороны должны быть видны срезанные корешки, там очистки. Да, совсем пусто. Здесь лисичек среди лета было много. Ну, сейчас еще в одно место сходим. Я шел по левую сторону поля. Сейчас пройдусь с правой стороны. Вот там конкретно здоровые дубы растут. Здесь какой-то бурелом. Ну, что и следовало ожидать. Смотрим. Вот они, красавцы. Правда, старые. А вон там вдали еще сидит, виднеется. Но, к сожалению, собирать мне уже некуда. Думал 2 ведра взять. Так оно, знаешь, как, если идешь
с полупустым ведром не очень. А так, если бы шел бы с одним полупустым и со вторым пустым, было бы вообще как-то обидно. А так, смотришь, одно полное, пол пакета. Решил пройтись со включенной камерой, потому что такая красота. Сейчас возьму пакет. Вот, смотрите. Он сидит. Он красавец. Вообще опухший, здоровенный, старый. Так, так, так. Он такой лапоть. Вон там, на той стороне, сейчас перейду, видны. И запах такой пряный, как приправ каких-то. Красноголовики. Это повалило. Решил пройтись еще вглубь леса, и вот здесь дошел до болота. Как красиво тут. Вот там в глубине по картам видно, протекает ручей среди этих болот. Видимо, кабаны нарыли. И вода так и стоит, как они нарыли. Интересно очень. Вам пора отсюда выбираться. Сейчас мне перестоит чесать обратно. Вон туда, под конец леса. Ну, думаю, сейчас выйду на дорогу. Не на дорогу, а на выезженную эту колею. Мне будет удобнее идти, чем по этому заросшему полю. Через эту траву выматывает сильно. Я еще хочу что-нибудь сегодня поделать. На стройке. Нашел, значит, эту колею. В начале леса она была куда более разъезжая. Вот она. Один раз машина проехала. Это непонятки какие-то. Ну вот, я дошел до конца поля. Тут видно, колея намного выезженная. Потом фиг его знает, на кого-то сворачивает. Влево одна пошла прямо, по которой я шел. Но не суть важно. Слышен какой-то гул машины. Странно, откуда здесь машина. Здесь очень редко машины проезжают. Деревушка. 4 жилых дома. Вот предстоит еще одно поле пройти. И я уже буду дома. На следующий день моя внутренняя жаба не оставила меня в покое. Я пошел в лес за грибами снова. Взял только на этот раз уже 2 ведра, и которые 5 полные. Вот эти 2 ведра. Я уже не знаю, что делать. Думал, почему я пакет не взял. Я в пакет еще насобирал. Но вспомнил, что у меня за плечами сумка. Вот она. В которую уже начал ложить грибы. А тут смотрим, сколько их еще. Вот один сидит. Вот-вот. Просто полно. Так вот идешь.
Отгибаешь траву. Вот сидят красноголовики. Вон еще. Вот два. А там еще он виднеется. Бабка. В смысле гриб. Ну что, буду собирать, пока влазит в сумку.